снова здравствуйте, уважаемые друзья! С вами по-прежнему Сергей Остружко и блог SEOS Games. Неизменно буду вам повторять про просмотр картинок для активизации правого полушария и прослушивание классической музыки, в частности, музыка Моцарта. Итак, переходим к нашему упражнению. Левой рукой мы держим воображаемый молоток и вбиваем гвоздь. Правой рукой держим пилу и пилим. Мы это выполняем одновременно обеими руками. Приготовились? Можно. Здесь мы левой рукой вбиваем гвоздь, правой пилим. По хлопку смена положения рук. Приготовились. Раз, два, три. Приготовились. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Отлично. Запомнили, можно усложнять. Делаем два хлопка. Один в ладоши, второй по колену. Приготовились? Можно. На три смена положения рук с двумя хлопками. Раз, два, три. Смена. Раз, два, три. И еще раз смена. Раз, два, три. Освоили, запомнили, упражняемся. Если для вас по-прежнему эти видео полезны и интересны, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, там еще есть колокольчик, можно его нажать, и тогда каждый из вас всегда будет вовремя получать уведомления о новых упражнениях. Играйте в игры с друзьями, кто из вас быстрее освоит эти классные и полезные упражнения. С вами был я, Сергей Остружко, и блог SEOS Games. Пока-пока!